Порядок постановки автомобилей на учет стал проще. Теперь водители, которые подали заявление через портал госуслуг, смогут напрямую привозить машину на место осмотра. И полис ОСАГО предъявлять не обязательно. Наличие страховки инспекторы проверяют через электронную базу, благодаря чему Александр Меркин буквально в течение получаса зарегистрировал свой автомобиль и получил новенькие номера. Записался предварительно по госуслугам. Все очень удобно, быстро. То есть подошел к определенному времени, на который записался. Однако самым важным нововведением уже названо упрощение процедуры регистрации автомобилей с нечитаемыми идентификационными номерами. Например, когда ВИН-номер повредился в результате ремонта или был перебит в процессе угона. Раньше такие машины просто не ставили на учет. Теперь это возможно после проведения экспертизы. Второе изменение, которое тоже, возможно, интересно автолюбителям, расширен круг для отказов в совершении регистрационных действий. Отказом на данный момент считается смерть физического лица, которое является собственником, либо недействующее юридическое лицо, либо отсутствие факта оплаты государственной пошлины. Также введен еще один пункт в случае признания паспорта транспортного средства недействительным. С начала года в ГИБДД на учет было поставлено почти 6 тысяч автомобилей. Половина водителей при подаче заявлений на регистрацию воспользовались порталом госуслуг. Для удобства автолюбителей также в ГИБДД есть специальный терминал, через который можно оплатить все госпошлины. Ирина Бокова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.